Russian President Vladimir Putin has vowed there will be no peace in Ukraine until his goals are achieved. He spoke today at a year-end news conference that offers the leader an opportunity to reinforce his grip on power and giving rare detail what Moscow calls its special military operation. Putin dismissed the need for a second wave of mobilization of reservists to fight in Ukraine. He said there are some 617,000 Russian soldiers currently in that country, including around 244,000 troops who are called up to fight alongside professional Russian military forces. The Russian president has held power for nearly 24 years and announced recently he is running for re-election. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Так что вместе с добровольцами, а просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, а так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, группировка. 617 тысяч. Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск.